Ну давай, есть разные варианты, как можно заглушить топ-танк на РБТ-хе. Как бы, в принципе, сейчас, если вот все повезет, все будет нормально, попробовать можно. Мне пушкой убить проще топ-танк СБТ-шки, чем с ракетой, конечно. Видеокарта Макс, у меня 3080 стоит. Да, изменили эти ракетки. И, по-моему, им еще и урон понерфили. Они по 250 килограмм где-то, мне кажется, там рядом с пазиком, который попадаешь, его должно было бы убить. Короче, здесь так просто не навоюешь. У них же еще перезарядка очень долгая. Раньше был баг такой, на этих танках можно было приехать, встать на точку, и у тебя пополнялась ракета, как будто пополняется обычная пулька, ну очень быстрая. В итоге стоишь, одна полетела, вторая. Пока вторая летит, ну выпустил, у тебя первая уже пополнилась, первая пускаешь, вторая, и вот так нон-стопом приезжало, допустим, какое-нибудь звено РБТ-шек, можно было этими ракетами закидать тупо всю карту. Вот. Так, но с пушки-то я смогу его грохнуть. Какой-нибудь топ, если повезет. Леопарда какой-нибудь, пару выстрелов ему в бочину дать. Брэдлика там, например. Можешь, говорит, жопу наклонить. Ну, примерно так я и планировал. Ну, не на каждую стенку жопа наклонится. Но есть места вот на этой карте, на Б, на точке есть, где можно наклониться жопу. Сейчас она не спешит чуть-чуть. Аккуратненько сыграть. Так, он этого выбил, я перееду немного. Успею ли в ямку упасть? Оп. Ай, офигеть. Ну, блин, короче, супер РБТ. Придется тебе сейчас расчехлять карту там, доставать целевой код. Я захерачил его, еще и кританул 90-ка, мог сейчас бы убить. Да, прикольно. Вот так вот надо встать, видишь, чтобы наклон был. И можно отработать. Ну это, ребят, лука сразу. Я никогда еще легче не зарабатывал косарь, ребят, в этой игре, чем в данный момент. Были там разные челленджи, 100 рублей там за штурмовку, за фраг и так далее. Но это, по-моему, был самый легкий челлендж, который только есть. Ради интереса можете зайти, ну, когда-нибудь попросить другого стримера какого-нибудь. Попробуй сделать такую фишку. Он будет часа два, наверное, играть, я вам говорю. Потому что у них руки из жопы, а у меня зато, у меня самые ровные руки. Вот они. Вот так я играю. Ну тут кошмарно. Так, 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 так. Смотри, у меня опять ракеты появились. Сейчас ждем. Есть, вообще топово, конечно. Жалко, подсосали мою 90-ку, я бы еще ее бы разорвал. Так. Сейчас жду, еще там двое могут подъехать. Вот моя ракета уже, смотри, уже вытащилась. Уже вот сейчас полетит на нее. Выходи давай. Но он не выходит, они что-то очкуют меня, глянь. Вот так. Из-за угла. Вот сейчас они поубивают и повыезжают. Я их жду. Блин, лишь бы от арты не сдохнуть.
Нормально, левую навел. А, кстати, может с того угла проехать, что это плю. Вот был. Вот был танкист, тоже готов. Так. Сейчас сделаем в эту сторону. А, блин, дурачки, капец, им больше убивать. Где наши топ-зенитки, которые должны этим... должны сбивать? Тут, видимо, что-то подофигели они. Сейчас я еще раз сюда приеду, в центр, может, получится. Жаль, только там союзников немножко повыбивали. Стреляй не туда, стреляй, вон самолеты летят, дурачок. Только зенитки просто капец никчемные. Опять в ту же ямку. Они, кстати, по-моему, точку Б у нас кинули. Там идеально можно будет опять подъехать. Только я вот опять не успею. Ракета. Вот там их трое стоит. Хорош. Все рядом. Вот бы так ворваться на троих. И успеть две ракеты отпустить и умереть. Вот это было бы идеально. Раз. Вот в этой ямке они. Банзай! Ай, долбанул! А вот еще один. Подожди. Не, тут сильно улетело, тут чтобы попасть надо было. Мне просто трансмиссию сломали. Можно было вот так вот, как говорили, поняли, подъезжаешь вот так вот. Жопу вот так поднимаешь. Об танк, но тут что-то не поднимается с поломанной. Так. Ред, хоть один танчик за два боя. Сейчас у меня эти... перезарядятся ракетки. Я сейчас еще кого-нибудь отправлю. Ангарчик. Вот там двое стоят. Вот. Блин. Так. Ну все, начинай бояться. Я уже еду, смотри. Сейчас отсюда приподнимусь. А он не взорвет мои ракеты, интересно? Наводчика гаденыш выбил мне. Вот сейчас бы она пошла ему в лицо. Так, его убили. Так, еще один подъехал. А, блин. Обломали. Ладно, его тут же убили. А немножко раньше нельзя было его прикончить. Чтоб я еще тут постоял. Ну, в принципе, достойно получилось. Пару штук удался как-то ракетами взорвать. Такое стечение обстоятельств, да? Поехали добивать на 80-ке остатки там, кто там живые есть. А. Так. О, смотри, красава, смотри, просто. Что он творит? Офигенно! Это просто топчик. Круто. Спасибо тебе, добрый человек. Да, классно да. Получилось. Потом с точку на точку пулять будем. Надеюсь, а, с точки на точку. Да, попробую. Но спасибо большое, конечно, прикольно получилось. И сам. Может быть, надо не забыть, этот моментик будет подвырезать его. Так, сейчас фугасиками немножко бошки поотстреливаем, мы поедем точку А отжимать, а то мы сейчас бой еще проиграем. Так, блин, как он странно дернулся, вроде летело прямо в него, времени нет.
Ё-моё. Нормально, но я должен успеть долететь до точки А. Все, ее никто вроде не дефит. 80-ка самая быстрая, прямо на разгоне все. Прям турбина такая, свистит, как у меня, когда ветер. Отлично. Все. А, на пересадочку сел, да? Нормально, я просто черканул немножечко ему это и голову, и он на пересадку сел, на фугас теперь тебе. Так, эта зенитка сдохнет от арты, скорее всего. Какая там ЛКВ. Нельзя ее на точку пустить, сбросить. Блин, жаль, фугасы кончились. Я ему приводы сломал, нормально. Можно объехать. О, у нее там уже мужиков целая грядка сидит, смотри. Еле забил. Так, 8 уже. Вот еще один. Командир наводчик, повезло. Глянь, снаряд от меня отскочил. Я думал, он в другую сторону будет смотреть. 9. Реально надо больше фугасов брать, столько картона разного. Ох, блин. Ушел. Так, у нас центральную точку кто-то отжимает, офигеть. Красиво, да, проскочил, бам-бам, там подскочил две ракеты, короче. А, это защита моя спасла от ракет, которая накладки есть на голове. Так, Леклерка там, по-моему, клоцнули, 80-ка остался, и вот она, вот она. Блин, я пока на тап смотрел, меня убьет, у нее перезарядка быстрее. Видишь? Отвлекся просто, хотел посмотреть, кто где, они уже оказываются здесь. Блин, ну я почти затащил эту катку. Чуть-чуть. 10 фрагов у нас просто, ну, 3 зенитки, они беспонтовые, у них одна зенитка и 3 танка. Один из них на точку едет. Не знаю, смогут ли они, конечно, убить. Давай посмотрим, где они вообще стоят. Так, этот занят, у него перестрелка чрезвычайно важная. Не знаю, нахер только ему такая перестрелка нужна, беспонтовая. Пользы не принесет никакой. Абрамс... Либо весь скрытак, либо просто не отдупляется. Может, он в автомате уже. Видишь, он каким-то чудом дожил до конца боя, играя на этом, на консоли. А что делает вообще, ну, не понимает. Просто стоит здесь в ступоре. Там танк сзади меня убил, на точку подъезжает. Он сейчас выйдет, его в спину убьет, но у Абрамса как бы это... Все, растерялся паренек. Зеничек вот куда-то. Вот, Дупондарлис какой-то еще более-менее играет. По-моему, только что даже убил кого-то. Или мне показалось? Давай по статке глянем. Да, убил 80-ку. Не, не убил. Эвен живой. Вот он стоит. Нихера себе. Они затащат еще, по-моему. Остался один Абрамс и все. Им надо захватить точку и... Ну, не терять танки. И все. И будет победа. Так и не попал на стрим, говорит Сандрей. Ну, ничего. В следующую субботу, может, это получится. Нормальный сетап, слышали, такое тоже на Лукас и поведе. 10 фрагов набил, причем 2 из них это ракетами с РБТ-5. 1.81 место, и, по-моему, мы можем затащить бой даже этим бедолагам. У них Лео на дне списка, тоже какой-то там неотдупленный, вообще не понимаю, что происходит. Где-то сидит, наверное, в пустыне на базе. Сейчас. О, глянь, Абрамс получил только что от бомб взорвал. Возьми ковш, выкопай себе яму и все, и сиди в яме. Зачем вот это... Просто надо выехать на пустыню туда. Хоть не сдохнешь сразу. Так. А, ну это вообще топ пацаны. У них геймплей, они на зенит как играют. Понятно. Их лучше не трогать.
Одной рукой пивас попивай. Так, Вобби только родился, видимо. А, этот, да, этот каким-то чудом перестрелял это вот скорострелку шведскую, которую вообще можно было просто на нее поехать и убить. И мы выиграли бой. Нормально. Пойдет. Russian Bees, блин. Сломалась.